Че делиться, давай, я говорю, что поломать? Я говорю, ты же видишь, все с зоны привезем, люди делают. Всем здравствуйте, это «Жизнь барахольщика». Суббота, закончился день на барахолке, и я еду еще на два адреса. На первом адресе обещали икону, какую-то большую, сейчас еду туда. А на втором адресе просто сказали, приезжайте, старинные вещи. Посмотрим. Это лес еще вынесли? А он же старый. Дерево натуральное. Мы его еле сначала вытащили. Кстати, ждем. А что за лес возвал? Он там обычно тревожный. Но натуральное дерево, он тяжелый, зараза. Его пока вытащили, он за века туда врос. Ну чего? Сейчас завтра поеду опять, у меня нету коробок. Завтра поеду, у меня вон там стоит. Это еще полкладок. Купили икону. Охрененно. Люстру. Такую люстру. Всякие стекляшки от нее. Радиоточка. Досталась икона Смоленской Божьей Матери. Сюжет довольно частый для православных икон, но это хороша тем, что она большого храмового размера. Размер самой иконы 38x42, размер киота 78x80. Вначале казалось то, что икона в серебряном окладе. Сделано классно. Блестит, сияет. Но при детальном рассмотрении оказалось то, что клеем тут, конечно же, нету. И местами просвечивает латунь. Видимо, на икону сильно молились, терли, протирали и протерли до латуни. Венчики в золочении тоже латунь. Письмо довольно простенькое, но в целом выглядит неплохо. Думаю, что это подокладное письмо. Оклад я еще не снимал, то есть попозже снимем оклад, посмотрим, как она прописана полностью или сделана под оклад. Неплохо сохранился виноград, все в золочении. Местами есть небольшие потертости, но в целом это все при желании делается, все восстанавливается, реставрируется, было бы желание. Данная икона известна нам с 11 века, она пришла из Греции, ее помотало по стране. И в Смоленске в 1941 году, в 1941 году, немецкими захватчиками, когда Смоленск был оккупирован, первообраз этой иконы, он исчез, и до сих пор неизвестно, где находится. Сейчас там икона, по-моему, 18 века. Наша же икона, вот это 19 век, досталась за 30 тысяч рублей. Крышка, стекло. Все в порядке. Хорошая, приятная храмовая икона.